И здорово, чуваки, с вами снова Карл Джексон, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas и Rainbow Mizer. Но, чуваки, прошлая серия обломалась тем, то, что я проходил летную школу. То есть сейчас вы увидите, наверное, финальное задание или что-то типа того. Вроде. Нет, предфинальное, предпоследнее задание. То есть там, получается, надо сейчас мне... Да, но сначала надо уничтожить эти все ненужные хрени. Так. А как тут? О, вот так. Ага. Как было удобно все, блин, видеть. Кстати. Что, завались? Нет! Блять, это неудобно, чуваки, неудобно, блять! Это ни о чем, я на том же самом дерьме. Да, блять. Блять, невозможно этим говном управлять, блять. Ну что это за кусок говна, блядь, а? Не, я хочу гидру, или как она там называется, неважно. А почему мне опять эту херню дают? Не, понимаешь, что это оригинал, типа, все такое. Во! Вот ее-то мне и надо. Надо нажимать для прицела-то. Так, подлететь. Куда прицеливаться-то надо? На какую кнопку прицел? Блять! Сука ебаная! При помощи этого... А при помощи этого я вообще ничего не сделаю, или сделаю. Блять! Хорош, блядь, касаться земли, ёб твою мать-то нахуй. Ой, эту херню я точно не одолею. Просто тупо. Давайте чем-нибудь нормальное. Вот как прицеливаться-то, чуваки? Как прицеливаться-то с помощью этой херни-то, блин, а? Я не понимаю нихера. На ту кнопку. А, во как! Так мы сразу и сказали. Вверх! Вверх, блядь! Вверх, сука! Блять, ёбаная хуйня-то, блять! Не приземляйся, блять! Сука, ненавижу эту хуйню, блять. Пиздец какой-то. И чё, у меня всё вылетело, блять? Ну, сука, заебало, блять, виснуть, блять. И чё, блядь, нахуй всё, блядь, зависает-то, блядь, а? Я не пойму, нахуй.
Я вообще никого не убиваю, блядь, нахуй, сука! Не хочу за это говно управлять, блядь. Ну, блядь, да, я уже играть-то буду. Танк? Это бред. Да, мы просто тут... Вы не удивляетесь, почему тут танк, что тут танк делает, типа, и все такое. А потому что, блядь, а почему бы нет? Эть, блядь, врезался все-таки. Ну, блядь, ну что за хуйня-то, блядь? Сука, пиздец, зависла нахуй, сука, пидораска, блядь, ебаная, нахуй. Я даже не хочу за эту хуйню играть, блядь. Она нихуя не сделает, блядь. Вот это хорошая штука. Давай, только быстрее лети. Все, хорош, хорош, хорош. Нет, не приземляйся, не, блядь, надо, а тогда сразу надо убирать шасси, блин, да, не приземлялась. А, пробел, 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 да, 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 да. Еще приземлиться, по-моему, надо, да? Вроде как. Да. Я походу во времени не уложился. Нет, суточка прошел. Теперь прыжок с парашютом и все. По факту. Нет, еще надо что-то полетать. Мертвую петля, ну да. Но на машине это невозможно будет сделать. Как я это на машине-то, блин, вам сделаю? Вы чё? Серьезно? Хотя нет, на машине это можно еще сделать. Что удивительно. Не, все равно выполнил. Две миссии подряд, надо сохраниться, чуваки. Продолжаем, значит. Такая тактика будет, мне кажется, как никогда полезной. Бочка! Ну как я бочку-то на тачке-то, блядь, сделаю? Я постараюсь, конечно, но вряд ли это получится, блядь, чуваки. Это невозможно на тачке-то будет сделать, блядь. Не-е-е. Вообще хрень задача. Удать им нормальную-то, блин. Самолет, там, вертолет, я не знаю. Вы мне больше ничего не могли дать, а? Хотя сутычка. Ладно. Я мог бы сделать бочку на. Ну, хрен узнает. Так она медленно летит. Вот так вот хоп. И вот так вот. Ускоряйся. На ней легко можно сделать. А. Блять! Я что, полетел уже кольцо, что ли? На танке? Надо было сначала проверить. Надо было сначала проверить, а потом... Ладно.
А! Да это невозможно сделать на машине! Вы чё, совсем что ли обкурились там? И чё это? И чё это значит, блядь? А где? А, я перелетел. Бля. И куда мне дальше-то лететь? А куда дальше-то? Алло? Чё за бред? Да бред, я не смогу это сделать на машине, блин. Я на тачке-то не смогу. Дайте мне нормальные. Ух, пиздец. Не, я стараюсь, чётки, как вы видите. Но, блядь. По-моему, после бочки уже прыжок с парашютом, вроде. Если что-то не путаю. А, нет, нет, нет. Ну, не, я не смогу это сделать. Кто это придумал вообще? На тачке это сделать практически невозможно. И, блин, мне еще велосипед, блин, дали. А почему, блин, на некоторых, блядь, этих? А, это так сделано. Уйдите в жопу. Это бред. Кто это придумал? Вот кто это придумал? Я на тачке это не смогу сделать. Я на тачке это не смогу сделать. Не вылетай, пожалуйста. Ай, блядь. Я не смогу это на тачке сделать. Просто не смогу, и все. Ну это ж край, чуваки. Если я не смогу пройти, блин. То есть если я не смогу пройти летную школу, то есть это все, это край. А можно как-то пропустить эту летную школу, нет? То есть мне по скрипту тачки не вылетали, я бы тогда уже давно ее прошел. Но нет, блин. Нет, смотрите, я стараюсь, чуваки, вот реально. Что угодно делаю, вот так вот. Хоп! То есть на высоте держаться, если... А как на высоте-то я буду держаться, если он, сука, опускается, когда делает бочку-то, блядь? Тихо, тихо, тихо. Тут главное... Мне кажется, тут удерживать высоту, но он все равно будет опускаться, когда делает бочку-то. Пожалуйста, вот. Вот. Я стараюсь, но не получается ни хера! Самолет дали, но не того размера, вообще ни разу. Где? Я не вижу ничего. А, вот оно. Нифига, она какая большая. Оно. Да, оно слишком большое. Большой. Большой слишком самолет. Я перевернулся, но я врезался. Вот, вот, пожалуйста, ну как это сделать? Как это сделать на сраной машине-то, блин, а? Они как назло мне только одни машины будут присылать, да? А я не хочу на машине это делать. Стоп. А чё если... Так они... О, бляха, так это еще легче. Блин. А почему я сразу это не до этого не додумался? Надо просто налево нажимать. Сейчас попробую. Я и дрыть твою налево. Серьезно? Это так легко было делать? Я на А главное нажимал, а они не идут. Налево, налево, давай, 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 поворачивайся. Есть! Это работает? Нет, нет, нихуя не считается, блядь. Надо на А нажимать. А что за несправедливость?
А я все равно из принципа буду. А я одновременно нажму на... Вот. Блять. Окей. Окей. Нет, нет, блять, я теряю высоту из-за этого, блять, сука, нахуй. Я думаю, надо сразу же выше залететь. Вот так вот выше залететь, потом хоп, и как-то, блять, это должно сработать все равно. Нет, мне надо пиздец, все-таки. Я, блядь, приземляюсь, как назло, сука, это пиздец, реально. О. Не может быть, блядь, в... А, в... Только в... Влево можно наклоняться. Они же нарисовали влево. То есть ва. Ну, блядь, сложно. Вот. Если просто влево зажимать. Во. Да ладно, давай. Да ладно. Засчиталось? Нихуя. Штраф за урон, вы что, охуели, блядь? Я никуда не... Так. Мне кажется, меня опять пытаются наебать. Реально просто, чуваки. Что за бред? Какой нахуй урон? Я же, блядь, никуда не врезался-то. Не на той миссии они это делают. Ой, бля. Вообще мне не тот самолет, блядь, даете. Давайте нормальный. Каково это делать, блин, на лимузине, блин? Нет, я врезаюсь. Хотя бы это, ну, блин, правда. Я сомневаюсь, что я на этом смогу сделать бочку. Ну, попробуем. Попытка не пытка, как говорится. Ну, это почти, но не. Недостаточно. Музыка из Форт Боярта, блин. Ту-ту-ту-ту. Ладно. Пожалуйста, ну сделай это. Не, нихера, чуваки, я походу не пройду это никогда. То есть, не то, что никогда, я это через год это только пройду, пока нормальные тачки мне не выпадут. Точнее, не тачки, мне нужен еще самолет, по факту. Чё мне толку от этих тачек, если они, блядь, сука, только... Эх. Не, это хуйня, чуваки, это хуйня. Она еще и вылетает. Короче, если она еще и вылетит в итоге, я точно пропускаю. Выпускаю летную школу. Ну это бред, чуваки, как так-то? Опа! Нет, врезался. Монстр! Да серьезно! Не! Это болт. Походу, это реально болт. Ну пожалуйста, нормально, чтобы... Бля, это пиздец, чуваки. Давай, вверх! Пиздец.
Если я вниз нажимаю, то она сразу опускается вниз. Вот тут вверх, если нажимаешь, то опускается вниз. Она должна наоборот работать, блин. Давай, давай, давай! Подним... Блядь, нет, это пиздец, чуваки. Я, походу, пропускаю летную школу нахрен. Потому что, сука, если бы мне хотя бы один адекватный самолет попался, который предназначен для этой миссии, для этого задания, тогда бы да, а так это херня какая-то полная. Вот я пытаюсь, давай, давай, да, да блядь, она медленно, вот на машине это невозможно сделать, потому что они медленно переворачиваются, очень медленно. Я, блядь, больше АП, наверное, получу, чем пройду эти миссии, блядь. Пожалуйста, просто, пожалуйста. Нет, нихуя, 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 это просто пиздец. Скейн мне вряд ли поможет. Нет. Пожалуйста, да, блядь, нет, это пиздец, нет, это пиздец, чуваки, реально. Короче, наверное, я убираю резет. Я бы даже, блин, нафиг и не проходил это, но... Как бы... О, да ладно. Это еще и ментовская тачка. Пожалуйста. Нет, это херня. Да, блядь, он задевает все равно, сука, землю. Он все равно, блядь, задевает ебную землю. Так, короче, у меня есть вариант. Пожалуйста, сработай. Пожалуйста. Да! Так, если так это не сработает, я тогда не знаю, что делать. Типа вверх нажать. То есть вниз. Это не работает. Какое нахуй, блядь, ПВ. Так, сейчас последний раз пытаюсь. Если нихуя не получается, мне похуй. Я нажимаю вот как. То есть я захожу в кольцо. Поднимаю высоту. Переворачиваюсь. И все. И прилетаю в кольцо. Какое тут нахрен повреждение. Как... Я даже ничего не задел. Я даже ничего не задел, почему? Что произошло? Ай, надо было вверх, вверх, блядь! Я все испортил. Серьезно? На комбайне? Короче, вот это точно болт. Это в рандомном месте, что ли, болт у меня происходит, или что? Я нажимаю как на А, как они мне говорят. Нажимаю. Только ничего адекватного не происходит. Ну! Ну, пожалуйста! Нахуй! Я убираю резет, блядь. Сука, это пиздец! Просто ёбаный пиздец. Продолжаем, значит. Чуваки, я сейчас, угадайте, куда нажал. Я сейчас зашел на миссию Ноя. Я абсолютно в предвкушении, какая же миссия мне сейчас выпадет. Если будет повторная какая-то миссия, то мы можем просто Z-дугу включить. Но я боюсь, что у меня гитарочка зависнет, и все. То есть ничего не узнаем конкретно. Ну, катсцен... У нее катсцен уже не пропустил. Подобрать Кена и Кента... И Мекер. Пауль. Кент Пол и Мекер. Кент. Чей-то Кент. Да бляха, ну ты задолбала. Ну ГТАшка, хорош! Да блядь, заебала. Четырехдверная тачка. Забись. Откуда деньги? Да блин! Да тихо! Ехай.
Так, куда? Йоу! Так. Да! Блин, зря я сюда поехал, ну да ладно. Главное, самое сердце зоны 69 не заезжать, и будет все вроде нормально как. Так, а куда тут вообще надо, в принципе-то, ехать-то, блин, я то забыл. Ага. В принципе, туда же, я думаю, почти туда же, куда и это, груз ценный забрать, когда Торена нас туда посылают, вроде. Не, вот если... Да не, вроде да. Только нам вообще наверх надо, а тут они... Да. Да, вот. Вот верхний уступ. Вот, чуваки, смотрите. Сейчас выйду, указателем покажу. Вот. Вот этот вот верхний уступ. Так, на самом деле, если я сейчас буду против это, с этими двумя, то лучше тогда не рисковать. И... Ничего не кидать. Вообще надо быстренько от них избавляться. Как раз таки у меня миниган для этого. Это вообще хорошо. Так, я близко. Какая-то бабулька. И Торена. А я за кого? За какую-то стриптизершу. О! Да ладно, Розенберг и какой-то русский. А я... Да вы чё издеваетесь, блин? Мы спим с ушками нашими потаскушки. Блять! Они не сядут, и я не сяду. Надо сесть, вот так вот. Вот так вот сиськи есть, так вот сисек нету. Если я разбегаюсь, тормозить, сиськи есть, сиськи, сисек нету. К, В, G, Y, Z, Q, K. Не, ну согласитесь, так вот на сиськи лучше смотреть, чем... Вы поняли. Садитесь, чуваки. Можете потрогать меня за сиськи. О, Рози. Эй, парень, я вдогу перед тобой. Нет, чувак. Помните, мы соединяемся с ними, поэтому случайно все не забоите. О, да! 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 Когда узнал, что у тебя тест отрицательный все-таки, чуваки. Завтра последний день. Буду отдыхать, так сказать. Ты пытаешься убить свою сестру? Соедини тревога, перевести прожектора в режим повышенной точности. Надо быстренько их всех убивать. Я буду убивать и убивать. Да-да, точно, я вернулся, увидимся позже. Короче, идите в жопу все. Идите, сдохни. Все. Мы всех убили, валим отсюда. Все. Садитесь. Нет времени трогать меня за сиськи. Или я уже другая?
Нет, я та же тёлка. Потеряешь машину, считай, что проиграл. Садись, Джей, садись. Я надеюсь, что это не очередное задание этих двух копов, чувак. Хорошо, я видел, что хотел, держи. Вау, прикольно. Да бля. Да ёпта. Хм, не думаю, здесь нету свадебных колокольчиков. О боже мой, мы никогда не выберемся отсюда. Ну, что дальше? Еще один удар по нашему военному оборудованию. О боже, помогите! О, чувак, Глен Парк! Круто, может сегодня ты не будешь кромсать всех без чего-то там? Ты не смог измениться, Джей, ты так остался придурком. Чё так много профессоров тут? Ты чё, какие-то банды? Увидимся позже. Вузи? А, нет, Гаппи. Так. Ну, понятно. ФБРовец. Красный 9, я устал, чувак, ты поведешь. Для просмотра демонстрации теста используй телевизор. Вот и все. По сути, у нас, да, автосейв комплит. Так, идем. О, да-да-да. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Понятно. Who you calling little man? Вот из-за что мужчина, я же показался в деле. Все время. Эй, что происходит? Мёртв. Каков план? А что у тебя за проблемы с копами? Черт, я лучше позвоню Сизеру. Райдер, ты предатель! Иди нахер. Я гло... Да, ну это не надо читать. Вот видите, из-за того, что Бэксмок жирный, у девушки даже сисек не видно. Это вообще бред какой-то. О-о-о, давайте. Молись, чтобы я не сделал яичный. Ух ты! Давай, мочи! Мочи! Мы сделали CJ. Никого еще не сделали. Я езжаю в доки Истер. Да, перевернули. В Америке, подожди, я должен сказать об этом своей маме. Ну как тебе? Гони бабки, это ограбление. Помедленный СиДжей. Что же буду здесь, если ты придумаешь? Ближе к земле, Карл, ближе к земле. Опа. Последний остался. На нах. На нах.
Все, едем домой. Мы не можем идти самостоятельно, смотри на нас. Давай наверх! Вы знаете, СиДжея? Кто ему стреляйте в него? Идиот! А, сейчас еще смог отвозить. Да, я достал эту папку с документами. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Прощай, Карл Джонсон. Ты где засранец? Я тебя люблю, человек, мистер Джонсон, но я еще и бизнесмен, понимаете? Я не хочу, чтобы ты придурки из краж попытались стянуть тебе какое-то дело. Эй, что происходит? Они боятся, прячутся, я чую их запах. О, не начинай тупить. Увидимся на встрече, Карл. Нажать. Хватит, заткнись и езжай, я считаю выручку. Он прирожденный убийца? Не боясь смерти! Что ты думаешь насчет сложившейся ситуации, Смоук? Что ты спятил? Пошли отсюда! Моя содовая, она пролилась на этот чертов пол! Кто там вышел? Мент? А, неважно. А где? А где? Мон Кантри. Понятно, значит. А куда идти-то, блин, чуть-чуть? Куда идти? Не подскажете мне? Так, если так, то, скорее всего, дом или что, не дом, не дом, я не знаю. Так, ну надо идти туда, да, на дракончика. Нет, стоп, 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 стоп. У нас еще здесь остались. То есть дом. То есть дом. Тпхаемся. Школа говно, школа говно. Но я бы не сказал так, вот, среди всех школ, которые у меня были. Не знаю. Ни одну бы назвал. Не назвал. Ни одну бы. Ни одну бы. Вообще. Все нормальные были. Ай, бежим. Велик. Окей. Ех. Почти. Не хочу выполнить трюк с велика на миссию. Хопа. А нахрен себе. Приходи. О. Черт, чувак, они действительно хотят прикончить тебя. Не пизди мне, Смоук. Райдер, скотина. Понятно. До 20, до скольки ты там еще. Хопа. Че ты делаешь? А если так? Ха. И опа! Велосипист. Ой, лень. Пш, пш, пш. Ёх. Black Project. О, миссия. Опять Клод говорит. Hey, you don't want to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking uppy sack! Perhaps you'll be cured your little antisocial condition, mate. Carl, it's my man. Mr. Leon,
Понятно, тут два бургера. А, все. Мистер Санмаркес, надеюсь, да? Хорошо, погнали, надо забрать эти колеса. Ха-ха-ха-ха! А, Зиро, кстати, там сидит, прикольно. Мы же за шлюху играем, окей. Причем шлюха ничего так. Нет! Или да? Да! Если я правильно помню, то когда мы спасаем Пола Меккера и Рози, то получается, по факту, это быстро Святого Марка. То есть без них мы должны на перехват вертолет взять, самолет, неважно. Опа. Давай. Все. Ну да, летающая тачка. Неудивительно ничего. После летной школы, на самом-то деле. Залетаем. Да, ну бочку. Чуваки, ну на самом деле это херня какая-то. Вот реально херня. Потому что... Вы помните, когда последний раз я играл в Эмбомайзе? И на летной школе... Именно миссия, первая миссия вертолета мне просралась. То есть там тоже 100% повреждения. А тут на бочке. То есть, возможно, эту летную школу можно пройти, но... Короче, если ты досмотрел до этого момента, Саня, Реактивный Тормосян, то посоветуй мне, как мне правильно сделать. Все-таки пропускать нахрен эти миссии, потому что, ну, летную школу. Или все-таки... Может, повезет когда-нибудь мне дойти до бочки и пройти ее. Все остальные миссии я вроде как могу пройти. То есть мне сразу, если там надо тачки взорвать, то мне подсовывают именно вертолеты. Ну или максимум танк. То есть транспорт, который стреляет. Вот. То есть я был очень близок к завершению, но из-за того, что мне 100% повреждения засчитывают, это бред. Да. Так, мы прилетели. О, на этот раз он никого не задавил, это хорошо. Давай, нам пора ехать за боссом. Вышиби им мозги, СиДжей. Так. Все? Джизи убить! О, легче легкого. Че он долго не... Ты че сгорел-то, падла? Что? А, показалось, что мы Узи убили. Это просто гангстеры. Мафиозники. Мафиозник. Да ты че, блядь? Неужели сдох? У него что, броня была? Бомж с катаной. Прикольно. Да, скорее всего, от эти-то долго. То есть это быстро сдохнут. Ой, эти тоже сдохли все быстро.
4 взрывчатки получил взамен. О, нет, 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 не слушайте эту музыку, это не то. Летающий лимузин. Прикольно. Ты же сделал что-нибудь полезное, поймай этого парня. Mission completion. Можно даже, наверное, выходить из тачки, но на всякий случай. Откуда я знаю, сколько у меня времени это заняло? Короче, я не прощаюсь, так что, если в чем, все равно в следующих видосах увидимся. Идем дальше. А куда дальше-то? Вот куда? Я думаю, все еще миссии на этой должны быть. А нет? Да не, да вы гоните. Да не. Я сейчас выйду. Конечно. Тачки находятся на втором этаже. Разби заедет, заберет всю эту фигню. Своя цель пытается взять войну или что-то подобное. Ва! Ты ж прав? Ты опять туда? Конечно! Профессор, это правда, что вы избиваете свою жену? Неправда, я не профессор. Гринго. О! Сейчас опять Клод будет базарить. Старено! Да ладно. Фу. No, Maka. Fight the urge. Think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Мы же видим, любим смотреть на говорящего Клода. Жан-Клод Ван Дамм. Man, that fake ass Lope. Lope? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make. Понятно, понятно. О, со мной Биг Бэр. Садись, чувак. Твое дело по грязному жиру, вот что случилось. Ха-ха-ха, Бёркли. Что я сказал, что я сделал? Наш груз на подходе. Черный 11. Чувак, нам лучше разделиться. Разве до этого мы не были здесь? Блять, я... Иди нахуй! Защищай бандит, Карл, по нему стреляют. Музыка интересная какая-то. Но будут АП, я ее еще раньше удалю, так что... С тем учетом, что я буду говорить на фоне этой музыки. Я буду просто чуть-чуть быстрее говорить.
как школьник буду базарить нас по сути. По сути на сути. Нет, едем. И собедем так, потом туда. Мы могли бы сесть на вертолет и поехать, но нет. Обедем так. Дай сюда мотоцикл. Ать. Ать. Нет. Садись. Едем. Та-да-та-да-та-да-та-да-да. Хотя мы пересядем сейчас на какое говно. Чё же его так запульнуло-то? Давай прыгай. Гаппи? Мы получили свой, прыгай. Здесь должно быть тонны две марихуаны. Все нравится, должен дать всем передохнуть. Спасибо, Кайл. Я рад, что ты снова с нами, детка. Воздушные подушки. Это игра продумалась хорошо. Вау. Смотрите, какая прозрачность у воды. Это ж просто пипец. Нам бы такую прозрачность в России. Это было бы просто шикардос. В этой воде можно было не только бы купаться, но и пить. У всех тачки на воздушной подушке. Думаю, я возьму на его место тебя. Или себя, неважно. Мы должны проверить там. Забавно, что тут вместо лодок не машины. Ой. Я лоханулся, чуваки. Я молодец. Давай! А как? Я тпхаюсь, только я боюсь, что я могу только испортить это все. Но надеюсь, не совсем. Пожалуйста, только не в воду. Только в воду. Надеюсь, это не это. А я так. Это сейчас все равно тут мыдок впереди, да? Да. Эй, я застрял! Вот в чем страх телепортации. Может застрять в каком-то предмете. И сдохнуть нахрен. Фига себе, блядь. Ебать ты фокусник. Его не надо убивать, как Булкин попытался сделать. Как бы мы могли бы дальше на этих... На этом транспорте ехать. Но нет, сейчас нам... Так, чё, мне такси, наверное, будет, да? Можно это пропустить? Ах ты ж, блин, нет. Хрен из два. Было бы забавно, если была ментовская тачка. Эй, ты кто такой? Да тихо, мэддог, успокойся. Или кто ты там, неважно. Смотри и запоминай, это может тебе пригодиться. Тихо! Зиме домой, богатый! Сиджей, за мной не отставай! Блять, мы попали! Садись! Ты, кстати, удивительно, тут даже трафика нету.
Да! Ну что ты делаешь, мудок, блин, а? Да, блин, хорош лагать. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Это все? Я-то застрял. Но только не это. А как я залезу-то тут? О, все, выполнено. О, почти. Почти! Почти! Мудок, это Карл. You's a buster. You's a fake, man. I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties? Take that. I got more. Blender? Talk shit out your ass. Break your face right here, motherfucker. Phony? Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting fools. Понятно. О, теперь этот заброшенный аппарат может давать мне деньги, но правда нафиг они мне нужны. И взять очки ночного видения вместо этого, ну, не знаю. Интересно, а что будет, если я подойду к ним? Что, деньги буду получать все равно в итоге, да? Ладно, неважно. Возможно, и до свидания, а может быть и нет. Определенно нет. Я еще здесь. Так вот, она... Я не знаю, как это работает, я что, уже все миссии прошел по факту, или что, я не понимаю, чуваки. Как бы если я в пустыне все миссии пройду, то все, можно идти в Лас-Вентурас. Или закончить, нет, то есть если я закончу, то вы об этом даже не узнаете, так что... Бляха, чуваки, а какая миссия-то последняя была, если я сохранился? Гринго, то есть это что, значит, зеленая слякоть или что типа того? А тут после зеленой слякоти кетчуп на крыле. Ну то есть к вузе надо выдвигаться. Причем он даже соответствует, скорее всего. Так, а там внутри, наверное, поди будет музыка. АПшечка, да? Ведь да? Да? Конечно! Та-та-та-та-та! Та-дра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! Та-та-ти-та-ти-та-ти-та-та! Тра-та-та-та-та! Та-та-ти-та-ти-та-ти-та-та! Да, кетчуп, что-то там кетчуп на крыле. Понятно? Короче, это где-то недалеко от школы вождения. Я больше эту работу... Да, поэтому мы должны избавить улицы от этих наркобаронов. Зохните, ублюдки, никто из нас не выйдет живым из этого дома. Пошел нахуй, я за рулем. Садись в автобус, свита. Hello there.
Это мой ниггер, я готов. О, не парься насчет Беркли, я позабочусь о том, чтобы все что-то там, что-то там, что-то там. Так, надо чуть-чуть дальше пройти, если я правильно помню. Чуть-чуть дальше, то есть вот где-то вот, где-то вот здесь, вот почти, вот, вот как-то так, наверное. Чуть-чуть вот так вот, хоп, где-то вот здесь. Ну, и здесь. Я... Да! Хоп. Ну, заходи. Так. Этих чуваков. Опять расстреливаем и... Даже вот так вот, хоп. Ну. Ну, ты давай. Оп. Оп, 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 оп. Сели встали, сели встали. Оп, 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 сели встали, сели встали. Оп, оп. Хоп-хоп, да ты при... С разгону, бля, не тормози, сникерсни, да, блин. Эх, ты слышь, умею же, я же умею, я же про. Ты слышь? Давай запрыгивай, мать твою. Ты слышь? Давай. Падла. Я умею. Да давай. Эх! Сука! Давай! Есть! Давай! Слава богу! Я даже... Где ты был раньше, ёпта? Хопа! Бам! Едва мы касаемся земли, за нами заезжает этот автобус. У меня всегда найдётся что-нибудь, что нужно что-то там, что-то там. Ну сходи! Как проходит обучение? Упреждён убийца. Ты очень жирный, Джей, тебе нужно позаниматься. Ты хочешь вытащить своего брата из тюрьмы? Он снова здесь. Что? Это должно быть федерал. Давай проявим дисциплину со всеми Синдако. Все? На этом, надеюсь, уже до свидания. До свидания! Че типа того?